Уважаемые дамы и господа, итак, в синий угол приглашается Александр Кожушкин. Восьмой поединок сегодняшнего турнира. Подходим мы к экватору. Берс FC 2 и Strong Spirit Series 6. Такой вот у нас сегодня Call за промоушен. И Александр Кожушкин. Боец из Казахстана. 26 лет ему, 70 килограммов вес, 177 сантиметров рост, профессиональный дебют. Однако он кандидат мастера спорта по ММА. Неоднократный чемпион Карагандинской области по ММА, мастер спорта по греко-римской борьбе. Ну что ж, очень солидный бэкграунд. Ну и как мы знаем, в Казахстане очень хорошая школа смешанных единоборств. Его бойцы достойно выступают на всех ведущих аренах мира, включая UFC. А вот Александр Кожушкин будет делать свой первый шаг на профессиональном пути у нас здесь, в Санкт-Петербурге. Красный угол приглашается Роман Андренко! Ну а соперником Александра станет Роман Андренко. 30-летний боец, 70 килограммов вес, легкий вес, 176 сантиметров рост. Кандидат мастера спорта по кикбоксингу. Профессиональный рекорд 2 победы, 3 поражения. Ну что ж, у нас, значит, мастер спорта по греко-римской борьбе против кандидата мастера спорта по кикбоксингу. А значит, классическое противостояние борца и ударника. Это всегда интересно, с этого и начиналась вообще ММА мировая история. Ну а мы, дорогие друзья, вместе с организаторами благодарим спонсоров сегодняшнего турнира. Компанию «Пакрус», изготовление спортивной экипировки для спортсменов. СЛК Групп, транспортно-логистическая компания для бизнеса. О, да, в строительство дорог и даже больше. За охрану отвечает VIP One Security. И лозунгом компании является ваша безопасность в руках профессионалов. Дорстрой Инжиниринг, комплексное развитие территории в сфере дорожного строительства. А также компанию NR Pro. Лучшее в проектировании строительства наружных реклам. Ну и, конечно, государственное бюджетное учреждение доп. Образования, детский оздоровительно-образовательный центр «Рассонь» имени Юрия Антоновича Щадрина и компанию «Детройер Менеджмент». Это новая промоутерская компания, занимающаяся развитием бойцов. Без усилий всех этих людей, всех этих компаний сегодняшний турнир просто бы не состоялся. Ну, конечно, он не состоялся бы без усилий главных его организаторов. А именно Константина Чередниченко и Данила Егорова, двух молодых промоутеров, которые сегодня таким же молодым, талантливым бойцам дают шанс проявить себя и возможность двигаться по профессиональной карьере.
Уважаемые дамы и господа, представляю вам бойцов. Боец синего угла, ему 26 лет. Рост 177 сантиметров, вес ровно 70 килограммов, 500 грамм. Дамы и господа, он представляет Республику Казахстан. Встречаем Александр Казушкин. И его соперник в красном углу. Ему 30 лет. Рост 176 сантиметров, вес ровно 70 килограммов, 400 граммов. Дамы и господа, встречайте Роман Андеренко! Итак, бой в легком весе ждет нас между Александром Кожушкиным и Романом Андреенко. И Вячеслав Киселев дает старт этому поединку. Слоугика начинает Александр. Роман пытается с ударами сократить дистанцию, наносит удар в корпус. Александр прихватывает одну ногу оппонента, переводит его в партер. Пытается Роман вывернуться. Кожушкин его хорошо контролирует в углу. Особо там не развернешься. Пытается обойти защиту своего оппонента Александра. Ему это удается. Маунт. Отчаянная ситуация для Романа Андреенко. Пытается он свипануть, перевернуться. Но ситуация тяжелая. Кожушкин очень так уверенно ведет бой, но все-таки видно, что у него огромный бэкграунд за плечами. Однако Роману Андреенко удается перевернуть своего оппонента, но тут попадает он в удушающий захват. И неужели? Да! Вот так, дорогие друзья. В стиле Алексея Олейника, скажем так. Александр Кожушкин задушил своего оппонента. Ну и вот так вот уверенно дебютировал в смешанных единоборствах здесь, на турнире Bears of Sea Strong Spirit Series. Поздравляем его. Боец из Казахстана показал свой класс. Уважаемые дамы и господа, в этом бою первый раунд, минута 13 секунд. Удушающим приемом победа держит Александр!